Итак, дорогие зрители, мы получили очередную посылку из Китая. И мы заказывали в этот раз, мы отслеживали, следили, потому что как бы нас интересовал именно этот заказ. Это планшет T-Class 98. И вот сейчас мы его распечатываем. Да, мы заказывали вместе с чехлом, который стоил примерно $7, 6,5. Да, вот он есть, чехол. Смотрим на него. Ну, нас, конечно, больше всего интересует сама техника. T-Class. Да. Ну и тут сам наш аппаратик. Все подписано, все промаркировано. Именно эта фирма. Но по сравнению с другими фирмами, собранными другими компаниями, то это является недорогой. То есть просто бренд еще себя не зарекомендовал, поэтому и не такой дорогой, как остальные. Но он стоит, значит, сейчас мы купили на Китае на GearBest, на сайте GearBest, ссылочка будет под этим видео, где мы взяли. Ну, также, кого действительно он интересует, то можете обращаться в личку. Это что, гарантийный? Видишь? Очевидно, да. Можете обращаться и поможем его купить. Значит, он соответствует своим параметрам или нет, мы уже посмотрим после того, как его запустим, включим. Но по внешним признакам он соответствует. Сейчас нам просто его нужно было бы включить. Значит, все есть. Сейчас мы его просто берем, включаем. Другое видео. Грузится. Пока все нормально. А теперь долго не грузится. Странно, почему? Может и батарейка. Батарейка 95%. Видно, что все. Ага, он уже готов. Ага. Ну, фактически, да, он сейчас в работе уже. Что там они рекомендуют? Ага, сейчас он у нас без сети Wi-Fi. Ее нужно подключить. Нашел. Нужно будет ввести пароль. Сейчас мы введем пароль и продолжим. Ну, в общем-то, продолжать-то, в принципе, вам особо, наверное, не интересно будет. То есть то, что он работает, работает, видно, да. В отношении их параметров, соответствует или нет, я думаю, сейчас будет продолжение позднее. Но сейчас, как бы, пока нас интересует пароль.